Thank you.
Ну и как? Как всегда. Она старалась. Она? Старалась жена. Ну и как получилось? Смотри, у кого вы? У вас дуэтом. Получилось хорошо. Получилось ли дуэт у вас? Получилось. Вы довольны? Смотря кем. Двумя. Ну, в общем, да. Довольны или расстроены? Нет, довольны, конечно. Потому что Лена в прошлый раз... Каким образом? Ну, на концерте. Но она все путалась, и вас чуть инфаркт не схватил. Нет. Сейчас она радость подарила? Сейчас она радость подарила, хорошо играла, размолвилась. Да? Как обычно или хуже? Как обычно, лучше. То есть лучше, чем обычно? Лучше, чем обычно. Да? Да. Ну, тогда поздравляем. Спасибо, и вам также. Все, вот твой палец с крупным планом, все в порядке, рассказывай. Да, я уже сегодня там за вас. Ну, рассказывай, как тебе понравилось внучкино выступление, доволен ли? Нормально, хорошо. Все, да. Будут какие-нибудь пожелания? Галина Александровна, вы едите конфеты? Да. Нет. Они. Тонечка, мне надо больше купить. Мне надо, я сбегаю сейчас. Ну что, Колька, слышал Ленку? Нет, не слышал, но знаю, что клево. Откуда? Кто тебе сказал? А, я вчера все слышал. Я на прослушивание слышал. Да? Да, поэтому я на самом деле очень болею. Тем более, что играем последний раз. А ты когда играешь? По шестым, по всей видимости. Так там немного почему перенеслось. Сейчас другие? Ну там перенеслось. Там почему? Просто. Ну не знаю. Вот и Леночка. Леночка. Спасибо.
Зачем подработочный? Тебе, доченька, в классе. А тебе, доченька.